Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы обсудить с вами такую проблему, как пожары в Чернобыльской зоне отчуждения. Я считаю, что это огромная катастрофа в Украине. Но просто из-за коронавирусной пандемии мы пока еще не осознали этого. Считают, что пожары в Чернобыльской зоне отчуждения открывают еще одну проблему, которая будет перед Украиной в ближайшее время. Это проблема нехватки осадков, засухи, сухая земля. Это ведет к тому, что не будет урожая, не будет многих тех ресурсов, которые мы так переводим и экспортируем в другие страны. Считают, что эта проблема еще коснется Украины и украинского народа. А пока что она проявляется только в виде пожаров. Заметьте, увеличилось число пожаров в множество раз. Хоть и говорят, что там или там подпаливают траву, но это дело не в том. Раньше тоже подпаливали траву и жгли, и мусор и тому подобное. Но таких размеров пожаров не было. Из-за того, что была зима с осадками, весна с осадками. А заметьте, в последнее время уменьшилось количество осадков во множество раз. За эту весну в Киеве не прошло ни одного большого дождя или какого-то другого явления, мокрый снег и тому подобное. Хотя в это время сезон дождей. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Всем благополучного дня. И всем нам мира и здравия.